Аплодисменты, дорогие друзья! Фестиваль Победы! Популяризатор Емельяновской области, как зона экологического, историко-географического и этнокультурного туризма. Среди участников фестиваля декан факультета физической культуры и реабилитации Ульяновского государственного университета, президент областных федераций самбо и холодового плавания вальса Владимир Владимирович, полковник запаса, директор Ульяновского автомеханического техникума Юдин Андрей Вячеславович. Белокрылый голубь мира с наших... Совершим кратенький молебен, потому что место это прежде всего святое, освященное благодатью явления святителя Николая. Ко святителю Николаю, архиепископом и великому чудотворцу, во велении сердец наших помолимся. Сейчас Лёва донесёт. Давай. Да, мадам.